Друзья, всем привет! После трех выпусков подряд про соревнования, я подумал то, что давно на моем канале не было заруб, которые вы так сильно любите. Ну что ж, сегодня ребята будут соревноваться, выполняя одно очень полезное упражнение. Итак, объясняю правила сегодняшнего состязания. Ребятам предстоит выполнять стойку на согнутых руках. Это очень хорошее подводящее упражнение для тех, кто хочет научиться стоять на руках. Правила состязания очень просты. Нужно простоять в таком положении как можно дольше. Кто покажет лучшее время, тот побеждает. Хочешь последний? Нет. Ну так нечестно, ты давай канайся со всеми. Все хотят последними начинать. Канаемся, ребята, кто первый начинает, кто второй, кто третий, кто последний. Первый участник Никита. Сейчас ты встаешь в стойку на согнутых руках. Еще очень важно, параллельно туловищу локти. Все ясно, Никита? Все. Пошло. Стой, стой. 20 секунд. Все, упал. 30. Следующая очередь Владика. Можно. Так, выпрямляет ноги, я запускаю все. Да. Давай, Иванова надо перестоять, а то стыдно будет. Хорошо, кстати, стоит, вот молодец. Локти не прижимает, плечами не касается. 40. Головой не касайся. 47 секунд. Выпрямляй ноги. Тазу выпрямить, иначе это не стойка. Вот, все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почти 27 секунд. Молодец, молодец. 30. Ах ты, 40. Хороший результат. Как ты добился таких серьезных результатов в этом упражнении? Тренировался. Много тренировался. Молодец, красавчик. Держи, держи, держи. Ах, 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 все. 40 секунд, Шишкин, ты что? А кто у нас еще 40 поставил? У нас Рома 40 простоял. Да, батл сейчас будет. Начали. Вот, стой. 20 секунд. 26 секунд. Так ровно стоял. Так, Владик, ты сколько простоял? 47. Flawless victory. А у вас по 40, да? Значит, вы сейчас батл устраиваете друг между другом. Данилу и Роме еще придется побороться за второе место. Вот такое получилось состязание. Это очень классное подводящее упражнение для тренировки стойки на руках. Кстати, пишите в комментариях, по какому из элементов вам хотелось бы посмотреть разбор. А я желаю всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видео.